«Король истребителей» — так называли этого авиаконструктора. Он был одним из пионеров советской авиапромышленности. На протяжении 10 лет отечественную истребительную авиацию вооружали только его машинами. Рассказ о первых самолетах Николая Поликарпова в фильме «Оружие». Начало 20 века ознаменовалось бурным развитием летательных аппаратов тяжелее воздуха. Военные теоретики быстро оценили значимость аэропланов для грядущих сражений. Впервые военные самолеты появились над полем боя во время Итало-Турецкой войны 1911 года. Невооруженные бипланы активно использовались для ведения разведки. Авиаторы также научились корректировать огонь артиллерии и бомбить вражеские боевые порядки. Уже в ходе Первой мировой войны появились истребители — аэропланы, предназначенные специально для уничтожения воздушных целей. Наземные и морские цели поражались штурмовиками. Сухопутные армии получили в свое распоряжение боевое средство, которое открывало новые, едва ли не безграничные возможности. Появление аэроплана кардинальным образом изменило теорию и практику военного дела. Уроки воздушных сражений Первой мировой войны учитывало военно-политическое руководство ведущих стран мира. Не осталось в стороне и правительство Советской Республики, которое образовалось на руинах Российской империи. Уже в 1918 году был основан рабоче-крестьянский Красный воздушный флот. Его материальную часть составляли самолеты, доставшиеся в наследство от императорских военно-воздушных сил. В основном французские ньюпоры, мороны и форманы. После окончания гражданской войны советское правительство занялось вопросами обновления парка боевой авиации. Создание современного истребителя считалось первоочередной задачей. Ее решение было поручено Николаю Поликарпову. Поликарпов Николай Николаевич, выдающийся авиаконструктор, герой социалистического труда, лауреат государственной премии, доктор технических наук. Автор конструкции десятков опытных и серийных моделей самолетов. Годы жизни 1892-1944. Родился в семье сельского священника. По окончании Петербургского политехнического института работал на русско-балтийском заводе под руководством Игоря Сикорского. С 1918 года руководитель технического отдела авиазавода номер один в Москве. Позднее глава ОКБ 51. Для своего истребителя Поликарпов избрал схему свободно несущего моноплана, машины с одним низко расположенным крылом. После испытаний самолет И-1 признали годным для серийной постройки. Было выпущено 33 таких истребителя. Однако на вооружение в 1924 году его так и не приняли. В большую серию пошел другой самолет Поликарпова — разведывательный Р-1. Это была версия биплана английской фирмы «De Havilland», переработанная под советские материалы и двигатель. Р-1 — самолет-разведчик. Длина 9,2 метра. Размах крыльев — 14 метров. Максимальная взлетная масса — 2200 килограммов. Силовая установка. Двигатель М5 мощностью 400 лошадиных сил. Максимальная скорость 200 км в час. Практический потолок 4800 метров. Практическая дальность 700 км. Вооружение. 2-3 пулемета калибра 7,62 мм. Легкие бомбы весом до 400 кг. Разведчикам в то время отдавалось особое предпочтение. Первая мировая война оправдала и превзошла все прогнозы. И стратеги уже не видели будущего без авиационной разведки. Р-1 производился серийно в течение 6 лет. До начала 1930 года было выпущено 1650 машин этой модели. Роль Р-1 в становлении и развитии советской авиации необычайно велика. Именно на его основе создавалась практически с нуля авиапромышленность молодого государства. Вплоть до 1930 года Р-1 был самым массовым самолетом, который выпускался в СССР. Успешный старт дал Поликарпову возможность строить и испытывать опытные машины, постепенно вырабатывать свой неповторимый конструкторский почерк.
Несомненной удачей стал очередной вариант разведчика – самолет Р-5. В этом проекте, помимо прочих достоинств, проявилось и незаурядное практическое мышление Поликарпова. Он хорошо усвоил, что новая машина, при всей оригинальности заложенных в ее конструкции идей, не должна слишком отрываться от времени, от материальных и технологических возможностей промышленности. Это правило было особенно актуальным для Советского Союза конца 20-х годов. В Европе и США к тому времени уже наладили выпуск цельнометаллических самолетов. Прочный и легкий дюралюминий дал конструкторам возможность перейти от самолетов со сдвоенным крылом, бипланом, к прогрессивной монопланной схеме. Но уровень развития советской промышленности не позволял широко развернуться конструкторской мысли. Любой металл в СССР тогда являлся дефицитом. Алюминиевые сплавы ценились в буквальном смысле на вес золота. Все это Поликарпов учитывал и предложил для Р-5 дерево как основной конструктивный материал. Из металла выполнили только моторный блок и шасси. Он был деревянный. Фюзеляж имел 4 шпангоута, значит, силовые балки. Вот. Но крыло, обвод крыльев, верхнего и нижнего крыла, был выполнен из дюраля, металлическим. То есть, а это позволяло иметь... потому что двигатель стоял уже М-17, иметь большую скорость. Так он и развивал скорость больше 250 км в час. Применены легкие материалы для того времени. Сталь использовалась для узлов. Плоскости, элероны, это для изменения положения самолета в продольном отношении. И теперь руль глубины, изменение угла атаки самолета. Руль поворота, изменение положения самолета по курсу. Все они выполнены были из каркас, из дюрали. Что не было ни одном до того самолете. Конструкция получилась легкой, прочной и в то же время жесткой. Самолет выглядел простым и изящным. Р-5 – многоцелевой разведчик-штурмовик. Длина 10,5 метров. Размах крыльев 15,3 метра. Максимальная взлетная масса 2800 килограммов. Силовая установка. Двигатель М-17F мощностью 680 лошадиных сил. Максимальная скорость 244 км в час. Практический потолок 6100 метров. Практическая дальность 800 километров. Вооружение. 2-3 пулемета калибра 7,62 мм. Легкие бомбы весом до 400 килограммов. Сделанный из дерева Р-5 идеально подходил советской авиапромышленности. В серию этот самолет пошел в 1930 году. Для проверки работоспособности машины в различных географических зонах звену из 3 самолетов-разведчиков предложили преодолеть сложный маршрут. Москва, Севастополь, Анкара, Тбилиси, Тегеран, Термез, Кабул, Ташкент, Оренбург, Москва. В течение 2 недель сентября 1930 года за 61 час 30 минут чистого летного времени Р-5 прошли 10,5 тысяч километров. Средняя скорость составила 170 километров в час. Тогда это считалось высоким показателем. Во всех погодных и климатических условиях машины вели себя безукоризненно. Участники перелета стали одними из первых кавалеров только что учрежденного ордена Красной Звезды. В 1931 году Р-5 одержал победу на международном конкурсе самолетов-разведчиков в Тегеране. Он оказался единственной серийной машиной, которая летала с полной боевой нагрузкой по полной программе соревнований. Простой в обслуживании и ремонте, устойчивый в полете, Р-5 стал многоцелевой рабочей машиной авиации. Это было обусловлено тем, что в стране не было финансовых средств на разработку самолетов и истребителей. Кроме этого, было необходимо решать множество различных задач, и универсальный самолет Р-1 и Р-5 позволял в полном объеме выполнять те задачи, которые стояли в это время перед военно-воздушными силами. Всего до 1937 года авиапромышленность построила 6000 машин в нескольких вариантах.
выпускался поплавковый морской разведчик МР-5, штурмовик Р-5Ш, торпедоносец Р-5Т. Модифицировать самолет позволяла его универсальная и гибкая конструкция. Когда военно-воздушные силы стали получать новые разведывательные машины, Р-5 нашел применение в гражданской авиации. Так появились пассажирский четырехместный ПР-5 и арктический ледовый разведчик АРГ-5. Использовался самолет также в санитарной авиации и для аэрофотосъемки. Самой яркой страницей в истории Р-5 стало его участие в спасении пассажиров и экипажа парохода «Челюскин». Большую часть пострадавших, 83 человека, вывезли летчики Р-5. Поликарповский самолет выполнял и почтовые перевозки. В 1931 году гражданский воздушный флот организовал эскадрилью особого назначения. Она применялась для переброски матриц газеты «Правда» в крупные города Советского Союза. В эскадрилью подбирались самые опытные пилоты, обладающие навыками полетов в сложных метеоусловиях и ночью. Для подобных полетов Р-5 подходил наилучшим образом. Поэтому эскадрилья была укомплектована этими машинами. Пришлось Р-5 и повоевать в Китае, Испании, Монголии. В период Великой Отечественной войны самолет применялся как ночной бомбардировщик, связной и транспортный.